Добрый день, дорогие друзья, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам покажу, какую я сделала аджику. Что я добавила? Ну, в общем, аджика классическая. Все, что было в доме, в холодильнике, все пошло в эту аджику. Я очень люблю убирать все, что есть. Но вот сегодня такой рецепт. 2,5 килограмма помидор, 1,5 килограмма сладкого перца, 1 килограмм моркови, 100 грамм чеснока. У меня еще корень хрена был кусочек, я его тоже перекрутила. И чили перца у меня не было, но я насыпала сухой, и он тоже получился острый. Ну вот растительное масло я добавила 150 миллилитров. Соль, сахар по вкусу. Но я взяла соли на вот это 2 столовые ложки хорошие. Но потом мне показалось маловато, я еще добавила. Сахара я взяла 150 грамм. И все это пропустила через мясорубку. Хорошо, электрическая мясорубка прекрасно крутит. Не надо рукой это. И потому что я же морковь добавила, морковь твердая, прокрутить ее всегда тяжело. И она так хорошо прошла, а корень хрена, все промололось как надо. Но правда тарахтит, громко работает, как трактор. Ну вот все это сделала в кастрюлю. И кипятила на медленном огне, варила, можно сказать, да, где-то 20-25 минут. Ну, конечно, в конце я там добавила яблочный уксус, 100 миллилитров, 5%. Я ложу яблочный, мне кажется, вкуснее. Я такая хотела еще и яблок добавить, но думаю, ну, это ж, может, перебор. Хотя, я думаю, было бы вкуснее. Помидоры все равно, у меня еще магазины были помидоры. Они кисловастенькие, вот помидоры от детей, ой, ну какие же они вкусные с теплицы, да? Ну и вот получилась такая аджика. Я вот думала, надо было, конечно, купить вот чили-перец, но потом у меня есть сухой засушенный, я его тоже промолола, и еще молотый был, добавила. Но я вам скажу, острота чувствуется нормально, так что делаем из того, что есть. И вот теперь я довольна, все прибрала. В доме пахнет. Я говорю, пахнет. А муж зашел, господи, говорит, тут вообще непонятно и чеснок, и перец. Он говорит, это вообще катастрофа в кухне. Окна открыла, двери открыла, чтобы все это проветрилось. Ну что, теперь мы часть отвезем детям, а часть себе уже убрала в холодильник. Получилось, я не знаю, как считать, 5 литров, наверное. Ну, баночки я вам сейчас в конце покажу. Ну вот, я вот в этом году что-то такая вот трудолюбивая на вот все эти приготовления, потому что детям некогда, у них спеют все это, а они у нас очень занятые люди, поэтому, ну вот, я на себя взяла эту ответственность, и мы с мужем занимаемся. На этом я с вами прощаюсь, мои дорогие. Пока-пока.